Сегодня суббота. Отличная погода. Где-то. Суббота? Сегодня суббота. А что такое? Шумершаббат, ты забыла сходить в синагогу? Все дела. Да, сегодня суббота. И где-то плюс 9, плюс 10, по ощущениям плюс 15. И вообще прекрасная погода. Мы приехали в Colonial Park. Хотела Киру вывести либо на набережную снова, либо на озеро какое-нибудь, либо вообще в заповедник, но выбрала Colonial Park, давно она здесь не была. Здесь вот какие-то проходят празднования дня рождения, наверное. Вот. И мне в последнее время перестало сюда нравиться ездить, потому что как-то все здесь в масках, ну большинство, и надо носить маски. А хочется подышать свежим воздухом, потому что весна, и вот это вот все. Но мы пока идем без масок в наглую. Сейчас посадим ее на качельку. Кира вот несет клубничку. Хочет съесть. И потом наденем масочки. Это клубничка помытая, говорю. Сфотографировал? Конечно. Отправлю бабушкам. А то они жаловались, что Киры в последнее время стало мало. Ты прям с хвостиками? Нет, хвостик оставила. Мне все интересно, что ж там строят такое. Прям такую большую насыпь сделали они. Выше уровня, что был. Прям будет интересно, что сделали. А вот то озеро, которое они высушивали в прошлом репортажах, я показывал. Они его высушили, видимо, чтобы убрать весь этот мусор, который там был. Ил, они уже залили. Вода вся такая прям грязная, видно, что недавно залили. Еще все, видимо, муть не осела. Ну, клево. Проехали чуть-чуть в сторону. Это все тот же самый Colonial Park, просто вот где-то там мы были и поехали в непривычную себе другую сторону просто прокатиться по парку, потому что сейчас здесь везде порасцветали уже и магнолии, и сакуры начинают цвести. Вот. И сейчас будет очень красиво везде. Я сорвалась. Подумала, вдруг маме на головку повесить. Вот ей будет приятно. Привет! И стала я! Здесь по парку вот такие рейнджеры ездят на пикапах. Следят за чистотой, порядком и нераспитием, предполагаю, алкогольных напоев.